Итак, на этой сцене уже неоднократно этот артист пребывал, чем восхищал всех, в основном дам. Ну и джентльмены тоже не оставались без восхищений, потому что поет он исключительно для всех, песни у него хорошие. Встречайте под ваши бурные аплодисменты предводитель группы DVD Юрий Филоненко сегодня в Подольске. Здравствуй, Юрий. И это тебе микрофон. Ну, хочу сказать, мне очень приятно находиться в этом замечательном месте. И в этот день, прекрасный день, поздравить всех замечательных людей, которые сегодня приходят и пришли в этот замечательный Валдай. Пожелать всего самого, как говорится, всех, как говорят, с праздником Пасхи, конечно же, и, конечно же, Христос воскрес воистину. Не спасибо, надо подсказывать, дорогие, здесь да. Без тебя все знают. Огромное спасибо за то, что отвечать. Вы сегодня пришли и, не, как говорится, не предали этот замечательный Валдай. Вы приходите и доставляете удовольствие всем тем, кто сегодня здесь и вообще работает. Особенно я очень рад и всегда с радостью приезжаю на замечательные программы Сергея Мудрова на все вечера, которые проходят не только в Валдае, конечно же, и в Реуто, и везде, везде, везде. Огромное спасибо. Города. Спасибо за то, что вы есть, и Дима, и Сережа. Сергей. Да. Огромное спасибо вам, вообще вашей команде, и вообще огромное спасибо People Star, Ютубу, Одноклассникам и вообще Фейсбуку, да, и Контактам, конечно. Отвечаю только я, да. Ну что ж, хотелось бы сегодня поздравить своими... как бы и не так уж старыми песнями, но и, конечно же, новыми. Поэтому я хочу поздравить еще раз вас с праздником и пожелать только самого хорошего. Самое главное, верьте друг другу, любите друг друга и никогда не предавайте. Будьте честными. Юрий Филоненко! Я первую песню хочу исполнить. Можно микрофончик чуть поярче сделать? Такой он какой-то... Вот, хотелось бы сказать, что... Действительно, я пришел к той теме, не предавайте людей, с которыми вы живете, с которыми вы общаетесь, которых вы безумно любите. И эту песню я хочу подарить тем людям, которые действительно искренне верят в любовь. Первая песня называется «Ты – жизнь моя». Как бы мне хотелось назвать эту песню «Я люблю тебя». Ниоткуда с любовью я пришел к тебе. Белый дым развеял мечты о луне. Души встретились, воздух бросая одежды. Не видя исхода, не видя надежды. И в этом дыму, разрывая просторы, слились сердца разноцветным узором. И разливая краски повсюду, каждый поклялся быть верным друг другу. Со мной мне больно. Будь со мной, я не могу без тебя. Будь со мной, останься. Будь со мной, ты жизнь моя. Ночная даль унесла наслаждение. И каждый сменил свое направление. Второй раз родившись, второй раз уйдя, без злости и боли друг друга любя. Но ветер запомнит дрожание губ, прикосновение нежных рук. Линия сердца замрет на ладони, не оставляя душу в покое. Ниоткуда с любовью я пришел к тебе. Белый дым развеял мечты о луне. Души встретились, воздух бросая одежды. Не видя исхода, не видя надежды. Будь со мной.
со мной, ты жизнь моя. Любви вам, счастья. Берегите друг друга, цените друг друга. И дай Бог, что вас хранил всегда Господь. С праздником вам, святым, счастья, любви и здоровья. Юрий Филоненко. Спасибо. Ну что ж, теперь пошла дискотека. Это уже песня стала хитом во всем интернете. Песня называется «Ангел мой». Спасибо, Валдай. Но следующая песня новая. Она называется «Зову тебя». За туманом долгие дороги я пойду искать свою любовь. Знаю, ждешь меня за поворотом, и тебя изводит та же боль. Может быть, с тобой и неправы. Может, завтра будет Новый год. Может быть, с тобой не дописали самый главный в
Следующую песню хочу подарить всем девушкам, которые сегодня здесь находятся. Песня называется «Все, что было не так». Вас много оказывается здесь. Я хотел бы тебя обнять, да боюсь, что не хватит рук. Я хотел бы тебя отыскать, ты мой самый последний приют. Я хотел бы тебя обмануть и сказать, что уже не люблю. Могу я тебя понять, и себя понять не могу. Все, что было не так, извини, извини. За меня как за нить, не держись, не держись. Ты не бой со мной, темноты. Темноты, просто ближе ко мне, прижмись, прижмись. Я хотел бы тебе сказать, да боюсь, что не хватит слов. Ты моя бесконечная страсть,
ты желание несбывшихся снов. Я хотел бы тебя увести в эту ночь полную звезд. Ты, пожалуйста, по времени со словами полными слез. Ваши руки! Полными слез. Не слышу! Полными слез. Еще! Полными слез. Слез. Все, что было не так, извини, извини. За меня как за нить, не держись, не держись. Ты не бойся мной темноты, темноты. Просто ближе ко мне, прижмись, прижмись. Если вы грустите, то не грустите. Сегодня Великая Пасха. Спасибо, дорогие. Вы просто прям ожили. Как хочется, чтобы вы всегда жили такими жизнерадостными, были веселыми. Для всех прекрасных, от девчонок для мальчишек. Для самой прекрасной, она, наверное, смотрит, боль и счастье. Можно погромче сделать нам, а? Верхов чуть-чуть. Как же жить, любя тебя так сильно? Видеть, слышать лишь касаясь в мыслях, вечерами вспоминая встречу, ставшую прекрасной былью. Только ветер моих слез свидетель, только небо за любовь в ответе, только эхо вторит сердце стук. Без ответа никого вокруг, и напрасно губы шепчут имя, не дано им больше жить во имя поцелуя и твоих объятий. Все напрасно, мои боль и счастье. Слова пока впустую, лишь мечта мне греет душу. Нежных губ твоих прикосновенья зачеркнули прежние мгновенья. Только ветер моих слез свидетель, только небо за любовь в ответе, только эхо вторит сердце стук. Без ответа никого вокруг, и напрасно губы шепчут имя, не дано им больше жить во имя поцелуя и твоих объятий. Все напрасно, мои боль и счастье. Только небо за любовь в ответ.
свете. Только эхо вторит сердце стук, без ответа никого вокруг. И напрасно губы шепчут имя, не дано им больше жить во имя поцелуя и твоих объятий. Все напрасно, мои боль и счастье. Юрий Филоненко с песней. Спасибо всем тем, кто сегодня танцевал. Сейчас пока паузу, да. Хочу просто пригласить на эту сцену замечательную, потому что сейчас будет действительно премьера. И мы перевернем всю ту музыку, которая игралась сегодня и пелась на этой импровизированной сцене. У Сергея Медрова все время, да. Ты хочешь сказать, что вы перевернете и будете с конца наперед ее теперь петь, что ли? Наверное, да. Так и есть. Наверное, если так посмотреть на эту песню, то так и получится. Скорее всего, я хочу пригласить заслуженного артиста России, звезду рока Вячеслава Мартова. Слава Мартов, встречаем! Слава Мартов! Здравствуй, Слава! Привет, привет, дорогой! А, дела отлично! А вы вдвоем на сцене будете петь? Раз нет, мы будем внизу петь. Нам бы вот этот микрофончик теперь мне еще отстроить чуть-чуть. А я предлагаю все-таки вам на сцену встать, вас там легче ловить. Потому да, что вы бегаете, мы боимся как... просто в движении. Мы перебьем друг в движении друга в этой песне. Эти люди бегают движение, как тараканы, да? И их очень тяжело ловить двумя камерами. Поэтому лучше уж на сцене в одном. Ну давайте попробуем. Месте. Да. Ну окей. Попробуем. Ну, песня может... очень серьезная. Да подожди ты, Юра, не трепещи. Можно я сначала скажу? Вот вы два хлопца, да, приехали на подольские вечера. Все у вас хорошо. А где привет YouTube, привет People Star, привет интернет, хай Wi-Fi. Мы пришли к вам по проводам и зашли в каждый дом. Где это все? Безумно, безумно, безумно люблю Яндекс, безумно люблю YouTube, безумно люблю Одноклассников. Это вообще моя стезя. Безумно люблю Facebook и, конечно же, контакты, Twitter. Так, что еще кто помнит? Я хочу пожелать вам всем, Mail.ru тем почта. Людям, которые действительно общаются со мной, общаюсь только я с вами. Спасибо вам за то, что вы верите в меня. Спасибо вам за то, что вы смотрите сейчас этот замечательный телеканал People Star на YouTube. И много-много очень отзывов о этой прекрасной программе. Я хотел бы добавить, что, во-первых, привет, друзья, я поздравляю вас с праздником. Ютуба-зрители, мы вас любим. Отдыхайте вместе с нами. А мы с Юрой написали песню, которая называется «Ты мне делаешь больно». А я вас оставлю на секундочку. Прохладный ветер, как трудно жить на этом свете. Да есть проблема, жизнь такая, ты говоришь, я понимаю. Какая прочная резина, плывет по океану Зина. Один оттает, тает, тает, моя любовь к тебе оттает. Больно, ты мне делаешь больно, может хватит довольно. Больно, ты мне делаешь больно. Может, хватит довольно. Ты мне делаешь больно. В моей душе взорвалась мина, осталась только половина. Ты поступила со мной мило, как будто это уже было. А это может мне казалось. Иди ко мне, ты моя радость.
от этих мыслей сносит крышу. Я ничего уже не вижу. Больно, ты мне делаешь больно. Может, хватит довольно. Ты мне делаешь больно. Больно, ты мне делаешь больно. Может, хватит довольно. Здесь должен быть Майкл Джексон, но я попробую его изобразить. Песня про утюг. Похож. Ручки. Поехали вместе с нами. Может, хватит довольно. Ты мне делаешь больно. Больно. Ты мне делаешь больно. Может, хватит довольно. Ты мне делаешь больно. А здесь ваши аплодисменты. Не слышу. Слава Мартов! Юрий Филоненко! Оба глухие! Не слышат аплодисментов. Праздником вас всех! А почему песня называется «Ты мне делаешь больно»? Песня про утюг или про ютюб, ты сказал? Я что-то прослушал. Все вместе. А, это не про ютюб и не про ютюг. Ютюб. Это про Славу Мартова и про Юрия Филоненко. Если интересно, подключайся с нами. Хорошо, ладно. Я думаю, что мы обязательно подключимся. И Славу Мартов. А ты лишился микрофона? Итак, друзья мои, а сейчас пока Юрий Филоненко будет медленно отплывать в сторону публики. Под ваши бурные аплодисменты Слава Мартов останется здесь с нами для того, чтобы продолжить наш вечер. 10-й юбилейный вечер подольских вечеров. Какая-то ерунда. Отлично, вообще супер. Я поздравляю с юбилеем. Это прекрасная вообще команда, которая работает для вас. Ютубозрители, зрители, посетители, все. И вообще, привет. Интернет. Слава Мартов для вас сегодня. Поехали, здесь. Я вам спою очень мощную песню. Называется «Гаснет свеча». Утихли звуки, только печаль и боль разлуки. Грусти такой вселенной мало. Тает любовь, как лед в бокале. Свеча погаснет на столе. Печаль сожгли, зачем свою любовь не сберегли? Вспомни, как мы с тобой любили, сказочный мир казался былью. Наши мечты уносит осень. Свеча погаснет на столе. Печаль в невыпитом вине. Зачем все прошлое сожгли? Зачем свою любовь
Спасибо. Спасибо вам большое. Я вас поздравляю еще раз с праздником. Желаю всего хорошего. И песня следующая называется «Крик моей души». Окунемся в лето, ребята. Солнечный берег, золотой песок. Ты возникла словно фея, как из детских снов. Дрогнуло в сердце, засияли глаза. И запела, как гитара, моя душа. Ты услышишь жарким летом крик моей души. В мире больше нет такой, как ты. Двери распахнулись в сердце только для тебя. Для тебя, любовь моя, любовь моя. Чайки летают над головой, обдувает теплый ветер и шумит прибой. В небо взлетаем с тобой вдвоем. И наполняются бокалы розовым вином. Ты услышишь жарким летом крик моей души. В мире больше нет такой, как ты. Двери распахнулись в сердце только для тебя. Тебя, любовь моя, любовь моя. Для тебя, любовь моя. Двери распахнулись в сердце только для тебя. Тебя, любовь моя, любовь моя. Только для тебя, любовь моя. Я поздравляю вас с праздником еще раз со всей души. Спасибо! Слава Мартов! Как ты сказал сейчас, меня зовут Слава Мартов, чтобы не перепутали со Славой Маевым, потому что Мая, потом наверное, Слава да, скорее, Июнев, Июлев и потому что август. Очень много, да, получается. А здесь Марта, слово Март. Так понятно. Что все окей. Друзья мои, давайте искупаем этого замечательного артиста в овациях.